пошли мы, друзья, покушать в ресторанчик в городке Девинпорт. Их тут на весь городок, может, там три. И все они примерно в одном месте находятся у дороги. Вот здесь мы видим такое сладенькое. Да, сладенькое, неплохое сладенькое. Вот. Но мы здесь не за сладенький, мы пришли просто покушать. Идем туда вот за официанткой. Проходим в зал, туда вот нас в самый конец отвели. Погоди, у нас ланч сейчас мы. С 1996 года, больше 100 лет, здесь где-то кормят вот этот, вот, который... трудящихся. Ну, Челпина, вот, ну вот сейчас будем изучать меню. Видите, аппетайзеры, супы. Знаешь, что такое Челпина? Сейчас будем изучать, я вам покажу, что мы там выберем. Уж сколько раз, друзья, говорил я вам, что когда у океана находишься, надо брать супчик, который называется клэм чаудер. Виктор, как вот по-русски сказать клэм чаудер? Как сказать клэм чаудер, так, чтобы нас понял зритель, допустим, в Санкт-Петербурге? Рыбный суп. Ну нет, ну что это? Рыбный суп это... Нет, это явный обман, друзья. Обман. Ну, в общем, вы видите, что тут есть. Слов не знаю. Слов нету, да. Нету слов. Да нет. Это вот мы... Что это? Это tuna crab melt with... Трюфеля. Truffle. Rice. Где проявляются трюфеля? Вот это шейвинг. Посыпанное. Ага. Посыпанное. Соль, может быть, трафл? Но это трафл. Сушеными грибами, типа тюна. Тюна. Бутерброд. Краб, да. Ну-ка покажите его на разные. Ну, горячий. Ой, тюна. С крабчиком. Понимаю, с крабчиком тюна. Светочка, что у тебя такое? То же самое, только без... Okay. Да у тебя картошечка без трюфеля, я просто картошечка. Ну, а смотрится неплохо, что... а пахнет, друзья. Это не пахнет? Грибы, а там только... Да. Это у меня рыбка салмон. Ну, с рисом там все как положено. Это у них сегодня такой спешл. Это как хлеб. Это, друзья, Миша, не шевелись, сзади как бы вы не напрягались, это не так не легко вот, снимай, снимай, это снимай. Хлеб с маслом. Вот снимай. А вот хлеб с маслом вот к этому. Вот к этому. О, Виктор. Креветки, Виктор. Ой, запах, ребята, запах. Виктор, вот, не кушай, только нюхай. Вот пусть свои твои только нюхай. Свои зрители понюхают хорошенько, потому что... Друзья, нюхаем вместе. Мысленно с Виктором. Там нет клэм. Ну что, друзья, покушали. Это дело хорошее. Вышли на улицу. Еще лучшее дело. Смотрим на хайвей номер один, идущий на юг в сторону города Монтерей. И вообще полная лепота. И вон там океан, смотрите. Волны барашками. Хорошо. Будете в наших краях, заезжайте в город Девинпорт и покушайте. Тут хорошо.